воспользовалась предновогодней суетой и обворовала покупательницу. Гостья столицы совершила кражу в супермаркете на Семеновской площади. Улучила подходящий момент. Хозяйка сумки увлеклась выбором товара, и тогда злоумышленница просто забрала сумку из тележки и направилась к выходу. Служба 102 с сообщением о краже обратилась женщина. По ее словам, пока она находилась в супермаркете, расположенном на Семеновской площади, неизвестный похитил ее сумку, лежащую в продуктовой тележке. Сумма ущерба составила свыше 36 тысяч рублей. Задержанная призналась, несколько месяцев назад она приехала в столицу на заработки, но работу так и не нашла, поэтому и решилась на кражу. Сейчас подозреваемая под стражей, ждет приговора суда. Она может отправиться за решетку на 2 года.